Осина 36, Осина 36, Якама 325, прием. Осина 32, Осина 32, Якама 325, прием. Осина 23, Осина 23, Якама 325, прием. Юми, Осина 52, прием. Проверка связи, до связи, прием. До связи, прием. Осина 21, Осина 21, Якама 325, прием. Осина 21, Осина 21, Якама 325, прием. Проверка связи, до связи, прием. Связи. Якама 325, прием. Кама 07, Кама 07, Якама 325. 00, скажи. 13-21, это не наша территория, не наша территория. Они на Красную стоят. Казань, не наша территория, на Красную. Спасибо, 13-06, спасибо, дожил. 306, 306, Казань. ОМОНу и по распорядку. Восемь, Якама 325, 2 мелких готовы записать? Давай. 1. Зеленый проспект 53, корпус 1. Зеленый проспект 53, корпус 1. Ниссан 899 во дворе. Ниссан 899 во дворе. И 2. Вишняковская 18. Ауди А4 желтая.
Анна, 061, Ольга Владимир, 197. Ниссан Жук Белый, Владимир, 955, Костя Николай, 77. Ниссан Жук Белый, Владимир, 955, Костя Николай, 77. И Мазда 6 серая, Мазда 6 серая, Ульяна, 986. Ушла Мазда 6 серого цвета, Мазда 6 серого цвета. Номерной знак Ульяна 986, Мария Анна, 116 регион. Ульяна 986, Мария Анна, 116 регион, Мазда. Ушла с Кронштадтского бульвара. Машина по госномеру, водитель за рулем. Светлана 429, Елена Ольга 3 семерки. Светлана 429, Елена Ольга 3 семерки. Водитель Стаханов 941. Я не знаю, зачем дело. Одну мелочь готовы записать? Давай. Саянская, Соливаров. Саянская, Соливаров. На кругу. ДЭУ и Volkswagen. ДЭУ. 7777 на 1.17. Гамма, Гамма, 7753. Не поняла, ты по какому? Ты прикалываешься надо мной? Согласно технологическому графику. Психологическому. Психологическому. Или психологическому. Лен, не дави на психику.
Спасибо. Уважаемый корреспондент, вы свое имя не назвали, меня зовут Олег, а вообще-то, если честно, ну, поскольку... Сиферман 2, Анна, это Федор, ДПМ, всем прием. Кроме грецких орехов. Там, где учились, это метро Полежаевская, там вообще нам бы там, конечно, кто-то магазин ходить было бы очень сложно. Вот, так что такие вот дела. Один, ВВТ, 03, Роман Анна, Денис, Василий, Ян, Тамара, 03, на приеме. Слышала.
но я надеюсь, что это будет. А почему меня никто не слышит? Меня Валерия зовут. Если не просто Валерия, это Валентина или Валерия по-настоящему? Вы немножко поздно вышли в радиоэфир. Надо было выйти вчера. Но вчера это не сегодня. Но лучше пожелание, конечно, 8 марта, оно лучше. Мое настоящее имя Валерия. А кто это со мной разговаривает? Валерия, с вами разговаривает Олег из города Москва, северо-запад. Потому что слово не воробей, его слово вылетит не поймаешь. Еще раз повторюсь, самое наилучшее поздравление. Самое наилучшее поздравление. Я не шучу, я говорю правду. Олег, вопрос такой к вам. Это Виталий, я на Харитонской стране Борисовна. Вот, вопрос такой. Я когда был в Москве, у меня была с собой радиостанция. Вот точно модель не помню. Вот. И я тоже ловил там, вот, видимо, этот эхолин. Вот этот ПРМ. Видимо, лист какой-то в Москве. Так понимаю. Вот, я его ловил. Слушал даже разговоры и пытался нажимать, ну, пытался нажать передачу и отвечать, но почему-то меня никто не слышал. Респондентов прекрасно. Вот, ну когда я нажимал, пытался. И самое что интересное, что этот репитер работал, потом он отключался.
он не работал, потом я пытался на этом канале алёкать там, кричать, вот, звать кого-то, ничего, вообще тишина. То есть то ли у людей СМС, то ли что-то. Я вот просто до сих пор, я уже и радиостанцию эту продал, а все равно вот как-то вот. Я человек любопытный, то есть если что-то не получается, какая-то причина, я пытаюсь это узнать. Что мне уже интересно, почему же это работало. Вот, как бы. Ну вот кто сейчас включается там на эхоленте, пускай вкратце скажут, что там, какие там, это, скажем, нюансы, как они выходят в эфир, как они связываются, какая там настройка. Пускай пару словом подскажут и будете знать. Ну да, да, я вот как-то ехать в Москву, все-таки по концерты какие-то, там у нас там находится наш головной этот КСРК, ВОЗ, где слепые там собираются на всякие мероприятия, там же у нас сейчас еще и учебный центр открыт, мало ли куда-то учиться, может еще позовут. Я в Москве, в принципе, даже приехать, чтобы хотя бы включиться, чтобы можно было и слушать, и общаться, смотреть. Проведенный кейс.